Мечтался, да, шел за мечтой, вот есть шанс показать себя. Сейчас твоя первая тренировка, как тебе вообще новые нагрузки, новые требования от Валерия Константиновича в сравнении с Кубанью той же? Ну, все примерно то же самое, как бы, ну, нагрузки одни и те же, то есть ничего по сути нового нет, но, естественно, уровень как бы чувствуется, немножко другие ребята, партнеры, то есть разница такая в мастерстве, так сказать. КХЛ и ВХЛ – это разные уровни игры, это для тебя новый вызов. Как ты сам считаешь, готов выступать уже на уровне континентальной хоккейной лиги? Ну, не знаю, буду стараться, все зависит от меня. То есть шанс, попробую, не знаю, посмотрим. Я думаю, у меня получится. Какой-то разговор с Валерием Константиновичем был или с Евгением Цыбуком? Что от тебя будет требоваться? Простая игра, игра в обороне. Ничего как нового не выдумывают. То есть хорошо играть в обороне, и разрушать атаки, и начинать атаки. Все, что требуется от защитника. Из нынешнего состава трактора ты уже был с кем-то знаком? Ты же сам из Магнитогорска, я думаю, многих ребят должен знать. Ну, знать, как бы вот лично, у нас возрастные категории разные. Знать-то знаю, да, то есть, где там и пересекались, и это, но лично, как друзья, что узнаем, познакомимся.